«Превосходе солнца». Играет лауреат национального конкурса, исполнитель на народных инструментах Тарасов Андрей. Преподаватель Калюжный Григорий Петрович. На сцене лауреат национального конкурса Иванов Андрей и переводчик Анастасия. Класс преподавателя Хомяков Виктор Андреевич и Одинцова Евгения Геннадьевна. Давным-давно. Играет выпускник школы, студент Омского государственного университета имени Достоевского Месяцев Александр. Thank you.
А сейчас слово предоставляется председателю комитета по образованию администрации Калачинского муниципального района Любовь Ивановне Череповой. Здравствуйте. С днем рождения, дорогая наша музыкальная школа. Вы знаете, если была бы возможность такая у нас, у педагогов, образовательных учреждениях, мы бы вас вот усыпали цветами. Но коль вот мы несколько скромные живем в этом плане, поэтому от всего сердца, от всей души, от многочисленной армии наших ребят вот такие скромные цветы вам. Живите долго, радуйте нас, счастья вам, уюта, самых вот неугомонных ребятишек, самых необыкновенных вам детей. И спасибо за тот союз, который у нас зародился, и мы сегодня можем смело сказать, что мы не просто друзья, мы союзники во всех начинаниях, как музыкальной школы, так и любой образовательной школе. И коль пользуюсь вот, микрофоном, я выражу огромное чувство признательности, и особое у меня, конечно, чувство – это к ребятам, которые учились в третьей школе и закончили музыкальную школу, и педагогам, которые вели уроки музыки. Низкий вам поклон и огромное-огромное вам спасибо. Будьте счастливы. Уважаемая Елена Андреевна, а мы продолжаем поздравления. И позвольте мне от нашего образовательного учреждения поздравить вас. Сердечно поздравляем вас и ваш творческий, высокопрофессиональный коллектив с праздником. Жизнь вам поставила, ну, сегодня такую большую пятерочку, про ноль не говорим. В детской музыкальной школе имени Петра Яновича Ковалевского 50. Благодарим за активное социальное партнерство, воспитание и развитие обучающихся Калачинского района. Желаем вам, вашим коллегам и воспитанникам здоровья, благополучия, добра и счастья. С глубоким уважением, наше образовательное учреждение, Межшкольный учебный комбинат. И, Елена Андреевна, наверное, только слово «Браво» вам в этот большой праздник. Всего доброго вам. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, примите искренние слова благодарности за партнерство. Дети, которые занимаются в музыкальной школе, всегда отличаются, знаете, какой-то высокой одухотворенностью. У них совершенно иначе горят глаза на уроках. Нас это очень радует. Спасибо вам огромное. Пусть и дальше в нашем содружестве рождаются творческие искорки и радуют всю нашу калачинскую землю. Спасибо. Уважаемая Елена Андреевна, дорогие калачинцы, наверное, не все знают, что Елена Андреевна выпускница нашей школы, ученица нашей школы, простите, и представитель большой педагогической династии Лаповых. Если бы мы сейчас все с Еленой Андреевной подсчитали, все годы, которые вы отдали на работу с детьми во всей нашей России, то количество лет, мы в этом году проводили вторую встречу педагогической династии, мы насчитали 180 лет. Давайте поаплодируем вам и представителям нашей династии. Любимая, сердечная, старинная и вечная, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Дербенко, кадриль, исполняет ансамбль русских народных инструментов сорочинского класса. Руководитель Калюжный Григорий Петрович. Thank you.
гости с поздравлениями и пожеланиями. На сцену приглашаются наши коллеги. Детская художественная школа, Куликовская школа искусств, Осокинская школа искусств, Межпоселенческая районная библиотека, Центр детского чтения и досуга, Межпоселенческий культурно-досуговый центр. Здесь музыка с гармонией царит. Здесь Моцарт, Гайдн со звуками природы. Стихия Баха здесь торжественно звучит, сливаясь с трепетным дыханием свободы. Профессии прекраснее нет на свете. Искусство знаний вы несете детям. Какое гордое призвание давать другим образование. Частицу сердца отдавать, обиды, споры забывать. Примите наше поздравление с чудесным праздником таким. За вашу дружбу и поддержку вас искренне благодарим. Пускай не сломят вас невзгоды, и чаще будут вам подарки от судьбы. Пусть творчество царит у вас в работе, и радуют всегда ученики. С уважением, Куликовская детская школа искусств. Замечательным праздником с юбилеем! Счастье, здоровье, энергии, творческих успехов и, конечно же, талантливых учеников вам. Самая прекрасная профессия – это профессия музыканта, потому что они дарят нам всем праздник. Мы поздравляем коллектив детской музыкальной школы и приготовили такие сюрпризы. Значит, первая работа здесь. Такой коллектив музыкальный изображу. А вторая, наверное, будет сюрпризом большим для них. Мы здесь изобразили всех преподавателей музыкальной школы. Посмотрите на нас. Дорогие коллеги, обаятельные, очаровательные и изумительные дети, бывшие выпускники школы и все гости, я от Осокинской детской школы искусств и от Репинской детской школы искусств просто преклоняюсь пред вами. Говорю вам огромное спасибо, счастья и успехов. И еще хочу, чтобы вот в этой вазе всегда были живые цветы, их в зале много, я думаю, сегодня их много сюда поставят. И рамки всегда пригодятся для работ, которых у нас очень бывает много. У нас не только музыканты, у нас еще и музыканты рисуют. Удачи вам во всех ваших начинаниях! Дорогие педагоги, ребята, я от имени Центральной межпоселенческой библиотеки поздравляю вас с таким красивым юбилеем. Желаю и вам, и вашим детям только всеобщего признания, успехов везде. А у школы пусть будет такой, продолжаться такой же хороший путь, такой добрый путь. На пути к прекрасному. Спасибо вам большое. Есть место, где любить и понимать. В саму богиню музыки приходят ребятишки. Здесь все поет, здесь все играет. Сам воздух здесь пропитан красотой. И никакой медведь на ухо тут не наступит. Напротив, здесь талантов целый рой. Так днем рождения, музыкалка наша, живи опять и дольше процветай. И дверь для талантливых мордашек еще шире раскрывай. Мы долгие годы, наша библиотека сотрудничает с нашей музыкалкой. И нам очень приятно, что это содружество длится уже не одно десятилетие. И все они молодцы, но особую благодарность сегодня хочется сказать педагогам, которые вместе с нами ведут в нашей библиотеке клуб из музыкальной шкатулки. Это Татьяна Яковлевна, Татьяна Анатольевна и Евгений Геннадьевич. И наша библиотека тоже приготовила небольшой сюрприз. Для этих трех педагогов, а также для всей музыкальной школы наш